вопиющие факты, выявлены водители транспортных средств в наркотическом опьянении, вы представляете, 30-20 человек в одном автобусе, в одном троллейбусе. И если что случилось, мы бы с вами, сами себе не простили. Мы спасли десятки жизней наших граждан. Кроме этого, мы провели рейды по массовым местам досуга молодежи. 194 человека у нас были в состоянии наркотического опьянения. Это только за месяц мы выявили. Вы представляете, когда мы свою работу делаем более скрытно и стабильно, такие результаты невозможны, потому что единым фронтом работали.